вашему вниманию Лансинг колледж. У меня справа стоит Жан из Франции. Откуда ты? Из Харькова, да? Харьков. Катя из Харькова. Приехали смотреть школу. А у нас за спиной знаменитый Чапел Лансинг колледж. Узнали то, что здесь должен был сниматься Харри Поттер, но школа отказала, чтобы не мешать школьному процессу. Вот такая знаменитая школа. This is like a 3D chessboard. That's right. It's one of the reasons it's so good to teach, because it keeps changing all the time. Вы представляете, вот это все дети скейтборд сделали. Все это делают дети сами. It's true, bro, because we're making it. Wow, how cool is this? Thank you. Yeah, well, it's all, yeah. Admiring the work. Amazing. This is a laser cutter, no? Yeah, it's a plasma cutting machine. Oh, it's a plasma even cutting machine. Yes, that will cut. Плазменный резак, представляете? 20-миллиметровую железо... I'm just translating for you. 20-миллиметровую железо режет вот этот резак. Сейчас вам покажу. Вот спасибо. Прямо выглядываешь в окно, пожалуйста. Я не знаю, отсюда будет видно, а там море на горизонте. Это хозяйка дома. Hello, pleasure. Nice to meet you. Very good to meet you. All right. Она приглашает присесть, наверное, хочет пообщаться, познакомиться с девчонкой.
Варвара, привет. Привет. Хотели познакомиться с тобой, выходи. Приятно познакомиться. Да. Ты откуда? Волгоград. Волгоград, а? А, понятно. Давно здесь учишься? 4 года. 4 года, значит, это уже шестая, у тебя последний год. На кого поступаешь? Граф-дизайн. А что такое граф-дизайн? А, графический дизайн. А, понятно. Слушай, ну... А арт сегодня экзамен не сдаешь? Да вот как раз только что с него. А какие предметы ты заканчиваешь на сексуалке? Арт, дизайн и технология и математика. Три предмета. Не, ну хорошая комбинация, не знаю. Программы по большей части... Ну, по рисованию, в принципе, некоторые для своих тем используют Photoshop. Я чуть-чуть его использовала, но я, в общем-то, с ним умею работать. А по дизайну технологии там 2D-CAD, 3D-CAD. Вот как раз-таки учимся работать с... Да, вот с ним самым. И по теории там еще, мне кажется, будет 2 экзамена теоретических. Один, как идет по GCSE ближе темы. А второй, вот как раз-таки в большей степени дизайн и технологии и взаимодействие ее с обществом. Like the school? Yes. Yeah? What do you like the most? I like boarding house and like... Boarding house is very nice, yeah, very cozy. And design technology, yeah. So they didn't show us like this part of the department. Didn't show what? Sport. Ah, sport, yeah. Well, we have an appointment with the principal of the school now and after that. Understood.